7 января в Северском доме культуры прошла концертная программа «Рождество Христово». Собравшихся в зале поздравил с праздниками председатель районного совета Владимир Захарченко. Я хочу от имени главы района Андрея Владимировича Рожевского, от себя, поздравить вас с этим светлым, добрым праздником, с Новым годом, пожелать каждой семье большого человеческого счастья, добра, здоровья, исполнения желаний. С Новым годом, с Рождеством Христовым! Праздник Рождества наполнен русскими народными традициями и обычаями. Один из самых известных – рождественские колядования. На сцене выступили творческие коллективы Северского дома культуры, хореографический коллектив «Казачья удаль» и вокальный ансамбль «Русь-ярмарка». Порадовал гостей концерта своими номерами и муниципальный ансамбль «Песни и танца «Весна». Творческие коллективы подарили зрителям праздничное настроение и массу положительных эмоций.